моменты, в которых ну, что-то происходило интересное, веселое, и эти чувства одинаковые также всплывают. Ну, в общем, это интересно. Так походить, вот заодно и поснимать, и повспоминать, что как было. Вот, мы приближаемся, кстати, вот начинаются эти вот как бы холмы, да, высокие. Вот. И он там дальше идет, и там будет Мигулинская гора. Вот. Ну, мы сейчас дойдем, может быть, сможем ее заснять на камеру. Сейчас пойдем наверх. Я когда-то с великом вот через эти горы, ну как, через эти холмы, поверху пробирался, там вниз овраг был, потом вверх залазил, потом опять вниз. Через эти холмы я хотел пробраться и дойти до Мигулинской горы. Я это делал специально не для того, чтобы просто так по дороге идти, там, знаете, по дороге можно доехать на велосипеде. А я хотел реально пройти этот путь через холмы, где нет дороги, где есть яры, кусты, деревья, колючки. Я вот это через все это тащил свой велосипед и добрался до горы. Я просто хотел это сделать, чтобы, ну и другим показать, что как бы трудно не было, все можно преодолеть. В общем, я давно это снимал, очень давно. Вот, и там у меня это видео называлось «Я на горе, что ли?» или «Дорога на Мигулинскую гору». Ну, в общем, давно это снимал. Кому интересно, тот может найти этот видео-плейлист, посмотреть, как я добирался. Ну, там, конечно, у меня в руках был велосипед, и там мне некогда было снимать. То есть я когда-то местами снимал, местами тащил этот велосипед, отключил камеру, тащил его через этот яр. Вот, так же было весело и непросто. Но сейчас уже подхожу, вид уже более такой открытый. Вот когда залезу, вот видите, я сейчас вот отсюда, да, снимаю. Вот так эти холмы идут, и дальше там холмы. И вот так они идут, и потом будет такая среди этих холмов такая высокая-высокая возвышенность потом. И вот я на эту возвышенность тоже забирался. Ну, на самом деле, нет ничего такого прям, какого-то подвига. Просто мне этого хотелось так сходить. А так мы, на самом деле, туда очень часто ездили. И на велосипедах, и на машинах. Ну, по-разному отдыхали просто. Или так катались. Делать нечего было. Поехали куда-нибудь съездим. То сюда ездили, то в Стоги. Это в другую местность. Там тоже над рекой Дон. Меловые горы. Меловые холмы эти. Ну, в разные места ездили. Просто отдыхали, путешествовали. Вот, в основном ездили кто на рыбалку, кто еще как куда-нибудь чем-нибудь заняться, просто побродить, например. Вот, я сейчас заберусь вот сюда на гору, посмотрю, если все мне понравится, то, наверное, как его, так и оттуда буду спускаться. А если захочу еще куда-нибудь выше подняться, то и выше поднимусь, а почему бы и нет? Почему бы куда-нибудь и выше не подняться, залезть еще? Кстати, глядишь, может быть, я сверху. У меня эта камера нормально приближает. Сколько кратно? 55-кратный зум. Вот, может быть, сверху смогу засечь какого-нибудь зверька. Кстати, вот здесь, где мы приближаемся к холмам, здесь, в общем, эти хорьки или сурки или кроты, в общем, эти зверьки обладают, живут в этих норах. Вот, не знаю, сейчас они там будут бегать, лазить или нет, а вот летом они постоянно вылазят, стоят на двух лапках, вот, что-то там точат, шустрые. Вот, ну посмотрим, может быть, и туда прогуляюсь, посмотрим. О, еще одно место, ребят, вот здесь тоже. Блин, столько событий произошло. Сейчас я поближе подойду, я вам засниму. В общем, там, за деревьями, там, как он, стояла раньше башня. И мы на этой башне тоже играли. Она такая железная, не знаю для чего. И там была меловая такая гора. Вот, и мы там тоже игрались очень много. Лазили по этой башне, хотя там реально было опасно по ней лазить.
Вот мы там играли все. Я вот реально, кстати, когда вот вспоминаешь вот просто что-то, то сразу в голове всплывает какая-то картинка. Вот, что было там, как мы это лазили. А вот так бы я в жизни бы не вспомнил, если бы сейчас это не увидел. Если бы сейчас я не увидел это место, я бы не вспомнил ту башню и как мы там лазили и играли. А вот так, как я сейчас это увидел, я сразу вспомнил и сразу нахлынули те чувства, которые когда-то были, когда мы играли. В принципе, здорово, что я здесь оказался и решил сюда пройтись. Так. Ну, сейчас дойдем, покажу. Чувствую, в автобусе я буду крепко спать. Сейчас за целый день нагуляюсь. Главное, чтобы сиденья были нормальными. Чтобы коленки не упирались в кресло. Вот, сейчас подойдем к тому месту, где мы игрались. Да. Вот от этой башни осталась всего лишь кирпичная основа. И все. Все, что от нее осталось. О, как. Сейчас вот отсюда приближу. О, смотрите, ребят. Вот видите, вот эта вот кирпичная основа. Вот это маленькая-маленькая, вот она. Это то, что от нее осталось. Раньше была очень высокая башня вот здесь. Вот здесь были такие высокие холмы. Сейчас они их уже все раскопали. Вот. А здесь раньше была башня, мы на ней игрались. Так, идем дальше. Ну вот уже сейчас уже тоже видно. Ну уже не так сильно, но видно, что там дальше какие-то тоже холмы идут. Но сейчас мы зайдем повыше. Я думаю, что там будет лучше видать сверху. Вот. Так, чувствую, мне надо сделать одно дело. Потому что терпеть вредно, как говорится. Но сейчас мы дойдем до одного местечка, чтоб людей не стеснять. Хотя я здесь никого не вижу. Тут можно хоть посеред поля делать, что хочешь. Это как его. И никто не заметит. Наверное, реально никто не гуляет сейчас, кроме меня. Вот. О, круто. Да, все-таки, когда гуляешь по городу, ну, там здание красивое, там что-то еще. Но не знаю почему, мне всегда природа больше нравилась. Вот тут особо такой прям супер красоты такой нету, да? Особенно вот если сейчас взглянуть, ну, все серое, грязь, снег лежит. Но все равно на природе намного себе как-то приятнее чувствуешь какие-то, ну, другие ощущения, чем когда ты гуляешь по городу. В городе простые каменные здания и больше ничего, или стеклянные. Эти зеркала, основы, многоэтажки. И как-то ничего тебя не впечатляет. А вот здесь идешь — впечатляет. Я вот думаю, в будущем, когда будет возможность, я буду много путешествовать и много где побываю. Ну, особенно, я думаю, побываю в тех местах, где, как его, где пляжи различные, вот, где тепло, пальмы. В различных джунглях побываю, в горах. Ну, на гору какую-нибудь я, конечно, не полезу там. На Эверест или еще какие-нибудь я, конечно, туда не полезу. Я не хочу, я не люблю холод, я замерзну, я колею за одну секунду. Вот, а так, пофотографировать, поснимать. Я с удовольствием поснимал бы горы, различные водопады, ну и так далее. Итак, ну сейчас надо все-таки сделать одно дело и продолжать свой путь. Ну, вид, в принципе, неплохой. Вид неплохой. Можно
здесь много чем заниматься. Бродить, гулять и так далее. Ну, небо вообще шикарное. Вот если так посмотреть. Небо, блин, такое ощущение, как будто оно вот над тобой висит. Вот. О, ребят, у меня показывает одна полоска. Скоро батарейке придет конец. Одну секунду. Сейчас ставлю на землю, а потом продолжим. Итак, раз батарейке скоро придет конец, то надо. Так, пишет, осталось 28 минут. Но эти 28 минут, они сейчас улетят как 10 минут. А то и больше, быстрее. Надо сейчас быстро подняться наверх и заснять весь этот вид. Задача не из легких, поэтому придется пробежаться. Так как в нашей жизни главное что? Достичь своей цели и осуществить свою мечту. Ну, а сейчас у меня пока маленькое желание. Это просто заснять вид сверху. И всего, что... Все, и все, весь этот вид показать вам. О, тут, кстати, глина. Блин, если бы вы знали, сколько у меня грязи прилипает к кроссовкам, вы бы удивились. Иду по сплошной глине. Белая глина с грязью. Так. Топать надо быстрей. Скоро батарейка сядет. Ну, предварительно покажу. В общем, смотрите, ребят. Вот так этих вдоль этих холмов. Там дальше. Вот такая глинская. Ну, тоже высокий такой холм, который будет уже возвышаться над всеми холмами. Будет самым высоким. Ну и будет офигенный вообще вид. Сверху будет видно всю станицу и всю вокруг местность. Ну а сейчас пока что поднимемся хотя бы здесь и заснимем этот вид здесь. Периодически буду просматривать батарейку. Во, уже показывает 25 минут. Чувствую, надо ускоряться. А то скоро батарейка сядет. Вот, хотя бы подняться наверх и заснять станицу сверху. Ну и весь вид сверху. Блин, реально, я буксую. У меня на ногах есть какой-то глины. О. Да. Чувствую, я сейчас назад приду к брату. Буду у него там отдирать глину. Отмывать кроссовки, чистить брюки. Ну, собственно, меловые горы. Вот тут снег, а вот там это именно мел. Вот именно такие меловые холмы, чистые из мела. Это не земля такая, и это не снег, это реально мел, который... из которых состоят эти холмы. И вот на этих огромных холмах мы с другой стороны станицы катались на санках. Вот, с трамплинами. Не знаю, видно ли, нет. Вот такие могут быть кроссовки. Ладно, надо ускоряться. До точки вверх еще далеко. А камера показывает 23 минуты. Блин. Если бы это были бы реальные минуты, а то минуты уменьшаются с каждой секунды. Что? У меня уже кроссовок выскакивает. То есть не кроссовок, а нога выскакивает из кроссовка. Из-за того, что она стала очень тяжелой. Пятка выскакивает. Блин, я запыхался. Осталось чуть. Надо идти. Вот это дорога.
Вот это вид, офигеть. Ребят, мы успели. Мне осталось чуть-чуть. Я поднимусь до тех столбиков и покажу вам вид. Фух. Вот мне. Я уже чувствую, что я съездил не зря. Именно. В плане не то, что съездил, а сходил не зря. Сюда. Это здорово. Пришел. Сейчас залезу сюда. Ну вон, ребят, вон. Вон там, дальше. Дальше, дальше. Вот это там будет и Мигулинская гора. И так дальше идут холмы эти над Доном. Там и Дон течет. И вон там на углу это и есть Мигулинская гора. Если не ошибаюсь. Это вот это. Вот это вид. Так, ну ладно, я еще не залез. Ну сюда надо залезть. Все, выше не пойду. Достаточно. Ну вот так, конечно, если лезть выше, то можно, конечно, забраться. Но я чувствую, я не успею, у меня батарейка садится. Вот тут за холбом, там сразу идет вниз станица. И вот так она вот внизу идет. Вот так, все. Такой вот вид на этом холме офигенный. Вот. Пишет, осталось, еще есть время. А вот эти яры, которые я раньше преодолевал, когда ходил на Мигулинскую гору с велосипедом. Вниз, вверх, вниз, вверх. Плюс еще бывает там деревья, кусты растут. Это маленькие яркие, а бывают еще большие. Так, ну ладно. Пока время есть. Показывать, что еще есть. Еще побегу дальше. К тому столбу, чтобы показать. Может быть, еще выше залезу. Фух. Офигеть. Да, давно я не бегал вверх в гору. Фух. Да, как круто. Я как та собака, которая запыхалась, не поймает дыхание. Вот она. Вот это вид. Вот это офигеть. Так, сейчас. Смотрим, ребята, внимательно. Снимаю. Вот. Вот этот вид. Наверх залез. Ну и там станица. И так далее. Так. Вот я отсюда даже вижу какие-то там другую местность. Какое-то там другое население. Или что-то еще светится. Попробую приблизить. Вон там за лесом что-то есть. Непонятно. Ладно, отдаляем. Вот, ребята, такие у нас места интересные и красивые. Это станица Мигулинская, где я родился и вылез. Но это, естественно, один край. С одного края, с левого края, который я вам показал. Конечно, она большая.
И здесь много мест, где можно побывать и посмотреть. И поотдыхать отлично и хорошо. Фух, ну все. А на этом я заканчиваю свою прогулку. С вами был Анатолий Быков, Джин Лав. Всем пока. Будем спускаться.